Лети, Сюнин. И вовремя. Мы готовились к нападению. Что ты увидел? Много воинов и повозок хватает. Уверен, крысеныш Бургрид прячется там. Видишь купальню и церковь? Я отправил туда лазутчика. Он скоро вернется. Ты виделся с Уббой и Сигурдом в Темплборо? Нет. Если Бургрид прячется здесь, это ни к чему. Куда проще было бы и дальше убивать королей. А из-за моего брата мы сажаем их на трон. Вы двое явно не ладите. Я думал, у вас больше общего. Скажи, вы с Сигурдом всегда соглашаетесь? Да, по большей части. Молодость. Поживи с моё, поймёшь кое-что. Чем ближе человек, тем труднее вам ужиться. Хватит ждать твоего лазутчика. Он погиб или сбежал. Дай ему время. Если они нас заметят, Бургрид снова ускользнёт. Ладно, оставайся здесь и жди, а я пойду. Thank you.
Похоже, это купальня. Мне нужно попасть внутрь. Деятельная тут стража. Сейчас воевать, отбивать Тамварду проклятых данов. Первым делом запасы пищи. Так приказал Леофрид. Леофрид. Ха. Знаешь, как он надоел королю. Об этом болтают все, кому не лень. Наскучил? Ты о чем? Ты что, слепой? Что он спорит с Бургридом при любой возможности? Начал, как только появились данные. Ты сошел с ума? Я боялся, это кто-то из них. Тише! Что ты здесь делаешь? Я хотел найти Бургреда. Так Ивар послал тебя? Я хотел найти Бургреда сам, убедить сложить оружие. Но в Ледочестере его нет. Откуда ты знаешь? Леофрид говорил с воинами. Я подслушал. Кажется, здесь только запасы еды. Но есть кое-что интересное. Он дал приказ отправить отряд к жене Бургреда, Этельсвите. Она в Темплборо. Она должна знать, где Бургред. Ты слышишь? Там идет бой. Ивар, идем, нам нужно спешить. Куда ты идешь? Я тут не впервые. Пойдем через рынок. Сюда. Держись рядом. Что мне делать? Не стой, дерись. Ты умрешь, мука!
Ты ранен? Не молчи! Я... Кажется, нет. Боже. Я ведь не хотел этого. Келберт, тебя убили бы. Выбора не было. Жди здесь. Я вернусь. Где твой король, Сакс? Где он прячется? Господи, даруй мне избавление. И как только их бог успевает отвечать на все эти жалкие мольбы? Ты многим рискуешь, Ивар. Келберта могли убить. С чего мне мешать юнцу, который хочет стать мужчиной? Не оправдывайся. Тебе это нравится. Хватит. Ивар меня не посылал. Я пошел сам. Берегись, мальчик. Пока твой отец не занял престол, ты не защитник Мерси, а ее враг. Понял? Да, я понял. Славно. Вернись в Рептон и жди, пока мы тебя позовем. Уже уходишь, брат Волка? Короля нет, но добычи вдоволь. Этель Свита, жена Бургрида в Темплборо. Посмотрим, что ей известно. Забирайте все!
Á að vera Býði mér hversu að
куда умнее этого молчуна. Он уже ничего не скажет. Мы рассказали тебе все. Ты отпустишь нас? Посмотрим, чем все обернется. Что скажешь, по земле или по воде? Увидят корабль, точно всполошатся. А чем это плохо? Эйвор, вот и ты! Откуда пленники? Это воины из крепости. Мы их допросили. Здесь не Бургред, а его жена Этельсвита. Они разделились после Тамворта. Калберт сказал мне об этом в Ледочестере. Калберт? И что он там делал? Ивар. Долго рассказывать, но он цел. Я отправил его в Рептон. Каков наш план? Совсем скоро этих воинов хватится. Нам нужно пробраться в замок и найти Этельсвиту. Королева приведет нас к королю. Рискнем. Попытаться точно стоит. Попробуй допросить их еще раз. Мы с Эйвором займемся похищением Этельсвиты. Один с вами. Саксы вряд ли откроют нам ворота. Можно проскользнуть внутрь и подплыть на твоем дракаре. Выбирай, я с тобой. О, Эйвор, это была моя мечта. Всему Широ. За мной Кейн. Наши братья и сестры. Покорение новых земель и крепкая дружба. Если ради этого нужно гоняться за каким-то лисом, пусть так. Такая жизнь по мне. Согласен, брат. Здесь лучше не шуметь. Лети же, Сюнин. Викингам ни к чему скрываться. Обойдем врага. Ты будешь страдать.
Thank you.
Король Света тут? Эй, вы! Пошли вон! Вижу, Бургред пытался спрятать тебя, леди Этельсвита. Но никто не в силах прятаться вечно. Прошу вас, отпустите моих служанок. Они невиновны в наших распрях. Слышишь, Эйвор? Она благородна. Жертвенна. Вот с кем нужно заключать сделки. Достойная женщина. Госпожа, нам нужен лишь твой король. Скажи, где прячется Бургред, и не прольется ни капли крови. Прошу, я не знаю. Отлично, Сигурд. Она просто не знает, что ей грозит. Но скоро поймет. Постой. У нее слишком грубые руки, как у служанки. Нас обманули. Следи за служанками, я за Этельсвитой. Не подходи. Мой муж отправит вас в преисподнюю.
сдаемся!
Что ты видишь? Умно придумано, госпожа. Просто так ты точно не сдаешься. Убери руки, язычник. Ты позабыла о гостеприимстве? Не стоило спрашивать. Отпусти меня! Немедля! После всей этой беготни и не подумаю. Ты понимаешь, что творишь, язычник? Я королева Мерсии. Ничего не скажу. Ни тебе, ни твоим дикарям. Лучше передумай ради своего народа. Кто знает, сколько еще людей умрет из-за нас, дикарей. Я тебя не боюсь. Значит, ты глупа. Свита, ты скверно выглядишь. А, Господь испепелит твою душу, если она есть. Не дурно, Эйвор? Да она скальд, как и ты. Где моя Кадлин? Что вы с ней сделали? Я своей служанке. Храброй, в наряде королевы. Она в цепях, вместе с другими. Мы поедем в Тамвард. Я разговорю их. Если с ее головы упадет хоть волос... Расскажу об этом Кёлвульфу. Может, он знает, как развязать ей язык. Тогда встретимся там. Сигурд, а что делать с пленниками? Они нам не нужны. Отпусти их. Я что-то искренне стряслось? Тебе благодарен.
твой черед. Она молчит. Эйбор справится. Вперед. Мой друг Убу утомился, но я полон сил. Скажи, где прячется Бургрет, и мы все вздохнем спокойно. Никогда. Невозмутимо молчишь, и все ради короля, который трусливо прячется, не в силах защитить ни семью, ни народ. Воды? Мой муж служит Мерсии, как и должен. Ему приходится скрываться, ведь даже близкие друзья могут предать. Передай кое-что предателю Кёлвульфу. Он победил в мирской войне, но его душа обречена. Согласен, но он предал короля. Но народ Мерсии напуган, а Кёлвульф предлагает избавление от страха. Он жалкий червь. Все, что он воздвигнет в Мерсии, будет стоять на костях храбрецов, отдавших жизнь ради ее защиты. Чем дольше тянется война, тем больше таких жертв. Рептон и Тамвард, Темплборо и Ледочестер. С каждой нашей победой ваши надежды все слабее. У Бурграда есть то, чего нет у вас. Верность людей. Добрых и праведных. Кого? Тенов и Керлов Мерсии? О, нет. Ему верен лишь Леофрид, и он тоже падет. Да, славный Леофрид. Он умрет, защищая короля. И даже тогда отправит в ад сотню язычников. Эйвор, миледи, продолжайте. Я занимаюсь добычей. О, боже! Вон, Эйвор, живо! Ладно, ладно. Но если останешься, готовься. Вонять будет знатно. Боже, выпусти меня, молю. Говори, и скоро сможешь принять ванну. Ты просишь меня предать моего мужа. Как я могу это сделать? Промолчав, ты предашь множество других. Возможно, вас запомнят как правителей, которые оставили свое королевство в час нужды. Но наступит мир. Так обещал Кёлвульф, и мы поддержим его. Даю тебе слово. Ну что, птичка запела? Бургрет прячется в старом склепе на юге, где река Алн впадает в Эроу. Склеп? Будто сами боги решили подать нам знак. Его далеко будет тащить. Вы трое должны проложить путь к Тамварту. Где встретимся? Приведи его к мосту у Винония. Оттуда близко. Мы будем ждать вас там. С головами вышло недурно. Гнусное зрелище, но она заговорила. О чем ты? Не пойму. Тела воинов сюда! Пусть выжившие видят, что ожидает их королевство.
богам!
Что видишь, Сюнин? Тут нужно быть осторожнее. Древний склеп хорошо охраняют. Вряд ли они сторожат мертвых.